1 июня по 11 августа в школе была организована летняя социальная практика «Никакса Аулда». В ней приняли участие свыше 500 учеников 7-11 классов нашей школы. Мы выезжали летом в села к родственникам и друзьям. Тамаша табиғатымен ерекшеленетін, шөбі жайқалған, күні жарқыраған, таза ауа, жасыл шалғыны көз сүріндіретін ауыл табиғаты өзінің әсемділігімен таңдандырып қана қоймай, өзінің күндегі тірлігі және шаруасымен де қызықтырған болатын. На селе жизнь совсем иная, чем в городе. Здесь люди приветливее, жизнерадостней, активней, трудолюбивее и позитивней, чем городские жители. Никто никуда не спешит, и все успевают, хотя дел у сельского жителя намного больше, чем у городского. Чистый воздух, красота природы, отсутствие современных гаджетов помогли нам получить полноценный отдых души и тела. Во время практики в поселке Бестамак ученики смогли узнать много интересного об истории нашего края из уст ветерана войны, почетного ахсакала аула Узакбая Умбетова. Многие ребята за время практики впервые пробовали водить трактор и горцевать на лошади. А гид-группа из числа учеников побывала в ближайших районах области, где ребята провели ряд акций по информированию о выставке «Экспо-2017». В Алгинском районе ученики посетили среднюю школу номер 4, где была проведена экскурсия. Учителя показали им мини-зоопарк и теплицу, где круглый год выращивают овощи и угостили помидорами. Также учитель технологии показал ребятам школьную мастерскую, где были представлены работы учеников для выставки «Экспо-2017». После прохождения социальной практики Никап-Таулда у всех нас осталось море впечатлений и эмоций. Лето было интересным и незабываемым.